Сегодня 11 мая 2022 года. Находимся на заправке Авиас в городе Хорол. Вот за него вливают не то что по 20 литров, как заявлено, а еще и заливают даже в пластмассовые канистры. То есть одним правило, другим не правило, не поймешь, в чем ситуация. Видите, товарищ. Сейчас мы узнаем номер. И поехал, блядь. Заливают бензин. Так, поехал.